их 7 портретов, я просто некоторые показала. Вот. Еще один раздел. Простейшие формы музицирования. Фортепианные ансамбли в 4 руки. Здесь 15 фортепианных ансамблей. Я хотела попросить меня помочь. Вот, Ольга. Дело в том, что я считаю, что вообще в самых первых шагов, да, можно, обязательно надо играть вместе с педагогом, играть друг с другом. Ансамбли – это не только воспитание баланса, не только слышание всей ткани произведения. Но без ансамблей, я думаю, будет достаточно неполное музыкальное воспитание, потому что все-таки мы всегда помним, что в свое время были музицирование в семьях, и это было внедрено, и это было естественно совершенно, и ансамбли игрались. Сейчас тоже начинает возрождаться вот это искусство ансамбли, игры ансамблей. Хотела бы несколько ансамблей показать. С самых первых шагов. Мальчик или девочка только начинает слушать и прикасаться к клавиатуре, но уже какое наслаждение, он играет с педагогом. Он слышит игру. Он, здесь, кстати, есть в этом грустном мотиве, есть очень большая трудность. Всего три нотки вообще, задействованы всего три нотки. С самого-самого начала играет с педагогом. Но размер меняется. То две четверти, то три четверти. И он должен услышать это, свои нотки. Но самое главное – услышать педагога.
сядет. Здесь учитель и ученик меняются местами. У ученика тут очень маленькая вот, тоже две ноты. Тоже две ноты. Называется «Птичка пропела за речкой».
один раздел, который присутствует в школе, воспитание юных концертмейстеров. Значит, целый раздел посвящен аккомпанементам с разными инструментами. Вот, так мне кажется, что здесь кроме пианистов нет никого, да? Нет. А есть? А кто есть? Потому что здесь я вам говорила, редкий случай, когда напечатаны пьесы, которые юные музыканты написаны для домр, для балалайки, для фагота, для контрабаса. Контрабаса, да, для контрабаса, да, для флейты. В общем, это, как говорится, целая серия таких аккомпанементов, которые вот как раз очень предназначены для воспитания концертмейстеров, и причем в классах. Вот это вот сейчас еще редко делается, но очень жаль, потому что в конечном итоге, вот мы посмотрим, если выпуски консерваторских пианистов, ну и Гнесинки тоже, в основном все концертмейстеры работают. 95% выпускается концертмейстеров, а по жизни так складываются обстоятельства, и только 5% или меньше процентов солистов, которые концертируют. Поэтому очень необходимая профессия, очень уважаемая профессия, нужная во всех классах. И сейчас вот понимаю, ценности сейчас очень ужесточили требования концертмейстерам, очень в консерватории, например, введено целый ряд предметов, которые раньше и не было в учебных планах. А сейчас есть это, концертмейстеры сдают, кроме, естественно, программ, которые они готовят, они списки, так называемые, значит, обязательной литературы, обязательной, значит, вот идея какая, что, допустим, вот молодой музыкант окончил консерваторию, его пригласили в филармонию, надо кому-то срочно вот саккомпанировать, вот, или певец, или инструменталист едет в концерт, без концертмейстера делать нечего, значит, он должен с листа читать хорошо. Значит, вот читка с листа, она и была раньше, а, допустим, а в таких объемах, как сейчас, нет, ввели. Более того, вот знание вот этого обязательного репертуара, который поют, допустим, все певцы. У нас есть такой репертуар, наверное, произведение 30-40 и отечественной, и зарубежной литературы, которые встречаются почти во всех программах концертирующих певцов. Понимаете? У инструменталистов там больше. А певцы поют одно и то же вообще в программах, очень редко, как говорится, другое берут. Поэтому, значит, уже заготовленная репертуар есть в руках у пианистов, когда они могут в любой момент выйти и аккомпанировать. Ну, идея сама по себе хорошо, только осуществляется пока, на мой взгляд, не очень хорошо. Но это уже другой вопрос. А так вообще, они же сдают и знания свои о голосах, то есть, значит, есть коллоквиум специальный, который мы рассказываем, какой голос, что и как, и какие разновидности, и все. То есть такого никогда не было. Сейчас очень большое-большое внимание. А вот в школе как раз целый большой раздел различных ансамблей для разных инструментов с фортепиано. Я думаю, что это очень хорошо, потому что в школах должны играться много, и не только с концертмейстером уже маэстро, а ученики друг с другом. И, кстати говоря, это дает очень многое и дальнейшей и судьбе, потому что уже люди, как говорится, творческие, они вместе, им интересно, и они очень часто продолжают это искусство. Так что это искусство очень интересное, в высшей степени трудное, и поэтому, конечно, вот, есть еще и спрос на такую профессию, необходимую профессию.
Ну, вот я вам рассказала вкратце о том, что представляет собой вот эта школа, русская школа игры на фортепиано. Это первая часть. Вторая часть есть, она еще не издана, она, как говорится, только в таком заказу делается. Там ансамбли, только ансамбли, но уже трудные. Трудные ансамбли, 9 различных произведений я музицировала. Вот так вот. Спасибо. Или, может быть, можно кто-то хочет что-то исполнить, и мы побеседуем, что-то такое, как говорится, мы сообщаемся музыкантски. Скажите, пожалуйста, вы сейчас работаете с маленькими детьми? Сейчас, в данный момент, нет. Но я работала в двух музыкальных школах, преподавала, и вот как раз проверяла и школу. Было такое. Но я с удовольствием работала. Я помню, что у меня много играли ансамблей, всегда много в классе играли разных ансамблей. Разные были по уровню, конечно, ученики. Поэтому... У меня небольшая информация, можно? Да. Татьяна Викторовна, действительно, перефразируя знаменитую фразу «вначале было слово», Генрих Густавович говорил «вначале был звук». И сегодня у нас... Пожалуй, в Москве это первый эксперимент среди музыкальных школ. Мы проводим фестиваль «Поющие клавиши». Замечательно. Будет посвящено только исполнению пьес Кантилёнова характера. Замечательно. Так что благословите нас, пожалуйста, на этот эксперимент, который мы проводим в нашей школе. Замечательно. Теперь, так как вы композитор, позвольте вам преподнести композицию. Спасибо.